со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? Да. И говорим как бы на одном языке. Ну, давайте уж совсем уж так по-семейному. Ну, вот происходит то, что происходит, это трагедия на Украине, да? То есть весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие там миллиардами боеприпасов поставляют на Украину. Борются с Россией. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну, они нормальные люди или нет? Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке на Тайвань, так, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия? В то время, когда они с Россией могут из-за того, что происходит. Ну, бред какой-то. Но и кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там лучших шагов какой-то. Просто бред. И самоуверенность. Вы понимаете, в чем? Самоуверенность и чувство безнаказанности.